Здрасте. Здрасте вам. Ой, что такое? Что такие? Что это? Что случилось? А мы, молодые музыканты, пришли к вам на прослушивание. Ой, что это хрёст-то? Ну и кто вы, кто вы? Наша замечательная группа называется «Сезон забоя пистолета на фрау Дуб». Вот, что это фигня значит? Ну да ладно, у вас демозапись с собой есть, да? Вы разорились на студию? Да, вот у нас тут компакт-диск. Ууу, дорогусочка, какой хороший компакт-диск. Компакт. Хорошо, замечательно. А, ладно. Что я там себе думал-то? А, вы, красотка, будьте добры, повернитесь ко мне зопой. Ну, задницей повернитесь ко мне, давайте. Пожалуйста. Угу. Ууу. Да. Ну и что вы хотите делать в соу-бизнесе с такой фигурой? Ну, мы музыканты, мы песни поем. Как интересно, значит, вы, ребята, музыканты, значит, вы певцы, как интересно, с такой зопой, певцы. Что за с вами делать, певцами? Может, вам в тренажерный зал сходить немного поупражняться, сделать побольше, чтобы было чего, слушать? Вот лажа. Пошли отсюда, Хрюндель, здесь все ясно. Нам здесь делать нечего, он жопу слушать хочет, пошли. Постой-ка, а ты вот лысенький, иди сюда. А, повернись-ка так кругом, повернись. О, ну смотри, ты веселенький, вот так тебе. Смотри, так беленьким сделать, так броуски накрасить, броуски. Ну-ка спой мне что-нибудь, типа мы с тобой повстречались, давай попробуй. Ты петь-то умеешь? Хотя это и не важно. А не пошел бы ты, Дианя? Ха-ха-ха. Эх, люди. А я так хотела. Да ладно тебе, Масяня. Знаешь, сколько на свете козлов? Куда ж без них? Пойдем лучше рогаликов купим. Да. Ну пойдем. А твоя жопа ему больше понравилась?